Чаще всего компании навязывают страхование жизни и здоровья от несчастных случаев. При отказе от дополнительных услуг агенты говорят, что отсутствуют бланки полисов или находят другие веские доводы. Да, навязывали. Дом застраховать. Жизнь застраховать, да. Хотя мы как из станицы, вот я говорила, что у нас так страховка есть. Сейчас обязательное страхование жизни при заключении страховки по полису ОСАГО. А у меня отец в возрасте, и у него проблемы с этим большие. Говорят, в открытую, а вдруг вы там помрете от сердечного приступа, что мы будем делать? Как сообщил старший помощник прокурора Армавира, по статье 15.34.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях ответственность должностного лица оценивается в 50 тысяч рублей. При навязывании дополнительных услуг агентами страховых компаний я рекомендую всем обращаться непосредственно к руководству этой организации, либо филиала, либо агентства, которые находятся на территории города Армавира, и от руководителя непосредственно получить окончательный ответ по этому вопросу, потому что именно руководитель и будет являться вот тем конкретным должностным лицом, который в первую очередь и понесет предусмотренную законом ответственность. Прокуратурой нашего города была проведена проверка по обращению гражданина, которому навязывали дополнительные страховые услуги в филиале Росгострах в Армавире. По результатам нашей проверки мы материал направили в управление Центробанка по Краснодарскому краю для рассмотрения, а также внесли филиал Росгостраха по Краснодарскому краю представление об устранении нарушений федерального законодательства. В подобных случаях обращайтесь в прокуратуру. Записывайте разговор с агентом и руководителем филиала на диктофон или по возможности на видео. Так у вас будут доказательства, и виновные смогут понести соответствующее наказание. Инна Лепеткина, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир.